И все привет, друзья, вы на канале Игров. Перед началом хотел, чтобы ты подписался на мой канал, если не подписанный, поставить лайки, колокольчики, написать комментарий, приятного просмотра, досмотреть ролик до конца. Это будет интересно. Ну а мы начинаем. В прошлом видео там я показывал, что в Дискорде там появилась Пушистик Лайф, там, в общем. И по факту... можно сказать. Но сегодня такой будет ролик, то, что вы не ожидали. Опять неожиданность будет. Да-да, неожиданность будет сейчас прям. И мне пишет Чак, ну, в общем, покажу весь чат Чака. Ну, как мы общались. Вот сейчас все это пример и покажу. Ну, потом пишет Чак, я вернулся на свой аккаунт в Дискорде. И не матерился, меня взломали. Чтобы вы понимал, Саша Гро и Слава Глад, если они смотрят этот ролик. Слава Гладко, конечно, ролик редко смотрит. В летом 2020-м он каждый ролик комментировал. А сейчас вообще не комментирует. Ну понятно теперь, Чак. Привет, ребят. Я потерял доступ к всему первому каналу. И там, если честно, все видео. Ну, там подписаться. Ну вот, это типа канал его. Потом ссылку дает, что у него появился хейтер. Называется Крутой Геймер ТВ. Он еще маленький, этот хейтер. Я его не знаю, он мой канал обзывает. Я говорю, хейтер. Контра, араб, рейс, но они проигрывали со мной. Эх, это и твой канал обзывал. Ну, я же он глупый, как монтр. Вот и называл дураками меня и Максима. Он не знает про монтр. Да, он глупый этот какой-то. А еще он в первом классе, он вообще ничего не знает. Это хуже монтра. Если он двушник, Максим назвал монтра не дошкольника. Эх, это мой канал называл говном тупым, а твой канал называет тупой собакой говно лох. Он еще меня назвал лохом и обзирал меня. Да, но он не писал комментарий. Но я его слышал на улице, как он обзывал твой канал и мой канал. Это было еще 3 часа назад. Я не иду в школу, у нас карантин. Мне война с этим хейтером, если честно, начнется. Понятно, это мой хейтер хочет войну с нами сделать. Я видел, что на ютубе у хейтера есть ролик. Да, это новый хейтер. Он хуже монтера. Но это появляются челы, которые пытаются хайпануть. Ну вот я на связи и снимаю про хейтеров. Огромное количество просмотров собираю. И сейчас одна и та же песня. Вот, канал Крутой Геймер. Ну, неправильно написано же, я обратил внимание. Нет подписчиков. Красный Шурик 4. 17 просмотров я видел. Ну, неправильно. Он как монтр. Монтра тоже посмотрим. Ну, это была летом война. Я так понимаю, да. Что это за дешманская дичь? Ну, это просто обычный ролик, и все. Еще этот хейтер оставлял мне комментарий, я сейчас покажу. Вот мое видео, и вот этот комментарий. Привет, ты мне не нравишься. Я ему сразу не ответил, потому что, ну реально, зачем этому человеку отвечать, если он хейтер? Я его даже не блокировал, ничего с ним не делал. Но самое интересное, он там писал комментарии. Телеканал Графу, да-да. Вот ролик. Да. Привет, второй канал Графа. Ты дурак? Я не дурак вообще. Эй, ребята, ну хватит разоблачать. Ну хватит, ну пожалуйста. Ну почему? Ну что за херня происходит? Кто начал распространять, что этот канал мой? Это не мой канал вообще, ребят. Ну хватит, я всех заблокирую, всех практически хейтеров. Если посмеет кто-нибудь это сказать, я всех вышвырну. Все равно чем могу и убить вас могу. Крутой Гена ТВ, ты чё, офигел? А, страшно,
Удаляй видео. Популярный ролик. И он пишет: нит, нит. А, это три месяца назад. Вот я думаю. Ну, ребят, ну это как-то смешно, что это мой второй канал. Но это не мой второй канал. Если бы был, то 6 было. Ну, или 7 каналов было. Но это не мой канал же. Телеканал Граф, он не мой канал. Это не мой канал. Что за привычка вообще? Кому это удалось докопаться вообще, а? Я всех заблокирую, кто посмеет разоблачить меня и этого компанию. А. Я вообще не связан. Не имею никакого отношения. Ладно, теперь будем смотреть и пересматривать видео Монтра. Конечно, смотреть полностью мы не будем. Я буду говорить, что происходило в видео. Вот, видео 6 месяцев назад было выложено. Убогий канал школьника. И что же это? Ха, у него только... Ну да. Да-да. Так, новые. А где же комментарий Монтра, блин? А? Мне угрожает Монтр. Вот, подписчик, который защищал меня, пытался разоблачить. Вот канал Монтр, это тот самый, который обсуждали, в общем. Что же там такого? Первый ролик, так мы на реальной жизни. Максим делал на эту реакцию. Там тупо ничего нет, там тупо черный экран и пишет, как загрузить видео. Легко и просто. Ну зачем это дешманскую дичь выкладывать, я не пойму. И херню пишет 92 просмотра. HP, X, Мрил, Зидз, эти наш Адон Луин. И в этом видео странная дичь. Харбаса он тут и непонятные звуки издавал. Потом выпускает 3. Ну неправильно. Этого персонажа зовут Трика. Да, летом еще я смотрел фразы на фантри. Но сейчас не смотрю, я занимаюсь другим делом. Уксус играет на хитбоксе. Хитбокс вообще. Или как-то там. А он неправильно пишет. Ну, Максим правильно сказал, что он недошкольник. Он недошкольник вообще. То же самое, что с этим хейтером новым. Это тупо клон Монтра. Я его назову клон Монтра. Худший клон Монтра. Потом пишет вьют дурацкий канал. Сейчас он про меня говорит. Он сказал, что я типа гей, люблю я кого-то. Но за это осуждаю. Я не гей вообще. Я не люблю. Я за это осуждаю. А он говорил, знал, что я кого-то люблю, мальчиков, но нет. Не-не-не-не. Не надо распространять. Вот. 79 просмотров. И видел комментарии Сашек Бро. Я тебя забаню. Вот. Крутая анимация, это моё. Ну, это говно анимация. Война с хейтерами. Война с хейтерами. Ты чё? Монтр с катушек залетел. Вёл дурацкий канал, вторая часть. Это уже про Максима, но про Максима ещё жестоко так говорил про него. Заблокировал его, оскорбил его почти. До того это последнее видео «Война с хейтерами», часть вторая, где он бесится с игрушечным М4, он типа война, и он проигрывает. Но это логично. И все, последний ролик. И Модер уже покинул YouTube, он уже проиграл полностью. Нет доступа точно. Вот так про него и рассказал. Да. Если вам ролик понравился, ставьте лайки, пишите комментарии. Ну, с вами был Игров. Всем удачи, всем пока.